злой, это был сам дьявол. Как-то раз у него было прекрасное настроение, и он решил смастерить зеркало, обладавшее удивительным свойством. Все доброе и прекрасное, отражаясь в нем, почти исчезало. Весьма нестандартную интерпретацию сказки Андерсена «Снежная королева» представили юные актеры театральной студии «Сверчок» для участников акции «Библионочь», которая прошла в Одинцовской библиотеке номер 1. Пустых мест в зрительном зале нет. Дети и родители с удовольствием наблюдают за действием на сцене. Но в библиотеке еще много других активностей. В год 60-летия первого полета человека в космос все посвящено космосу. Абсолютно все, да. И даже художественная выставка, это выставка ребенка. Там работы представлены, которые были нарисованы им в возрасте от 1 до 3 лет всего лишь. Большой космос маленького человека. Нарисовано все пальчиками и красками, естественно, абстракция. В читальных залах библиотеки проходят творческие мастер-классы. Малыши под руководством инопланетного существа создают картины в технике пластилинографии, лепят Землю и Луну. А по соседству ребята постарше вырезают из материала и шьют звезду по имени Солнце. Маше 12, она учится в Одинцовской школе номер 9. Вместе с подружками решила провести вечер творчески и пришла в библиотеку. В планах принять участие и в других мастер-классах, а пока вооружилась нитками и иголкой. Мне нравится шить и рукодельничать. Это очень здорово и классно. Программа «Библионочи» была рассчитана на все возрасты. Для малышей организовали космическую фотозону, для детей постарше подготовили научное химическое шоу «Туманность Андромеды». Для молодежи – квартирник, а для взрослой аудитории звучал романтический саксофон. При этом акция не помешала традиционной работе библиотеки. Каждый желающий, как обычно, смог взять почитать интересующие его книги. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».